I was wearing the blindfold because I was didn't want to get distracted from the visual senses of the street. I just wanted to absorb the sound and my surrounding and can kind of play and improvise using that as my inspiration. India has a lot of rhythm coming out of every state. So each state has its own flavor, has its own sound, has its own feel. And it's great to kind of get all that and put it together and reproduce that on the drum kit. And me coming from Mumbai, the metropolitan city in India, in Maharashtra state, it's a good mix of all rhythms and all styles of music, and that I kind of bring out in my playing. Наш проект связан с Индией, потому что в какой-то момент с детства меня вообще эта страна очень интересовала. И по понятным причинам Советский Союз, там развитие меня как личности не позволяло мне туда попасть. Когда я первый раз туда попал, я влюбился. В один из своих приездов к Гене домой я увидел своего друга Анила, который в джеме на таблах подыгрывал Гене, который играл на рояле. Мне показалась эта концепция очень интересной, тем более, что Индия для меня – это специальное место. Когда я первый раз был в этой чудесной стране, может быть, впервые после детства моего, самого глубокого и раннего детства, я почувствовал себя абсолютно счастливым. Я считаю, на территории Indie Inside со мной лично произошло чудо. Получилось какое-то удивительное соединение, объединение разных людей, которые были объединены вокруг общей мелодической идеи, своего собственного понимания музыки, пространства, космоса, взаимоотношений, добра, суеты, социума, какой-то политики, каких-то хвостов из прошлых жизней.
И ну вот как солнышко такое яркое на рассвете встало, вот эта прекрасная какая-то новая территория. Были моменты. Да, вот это особо. Ба-ба-бам. Нормально. Да, вот видно, оттуда. Но научиться слышать. Держался из последнего. Все равно мелодию хотелось заиграть, да? У нас никогда не было каких-либо проблем в отношениях с индийскими товарищами и с индийскими партнерами. Это великая нация, это люди, которые расположены к открытости со всем миром. И, конечно, то, что ваш проект называется «Внутри Индии», это, по-моему, вот главный угол атаки, главный ключ – узнать Индию изнутри. Свиток Эсфирь. И начинается он с фразы, что это было в дни царя Ахашвероша, персидского царя, который правил от Куш, от Эфиопии до Году, до Индии. И, ну, вроде бы просто вот один раз упоминается слово Году, Индия, слово того же корня. Но на самом деле здесь тоже есть своя символика, потому что это Персидская империя, это была первая такая мощная Восточная империя, ну, не первая империя, до нее тоже были, но это такая вот империя-символ, потому что вот настоящая такая вот государственная машина впервые возникла в Древней Персии. И в ней было, как написано опять-таки в свитке, 127 провинций. Но тогда Индия, это была вот, это был край, край Айкумены. Темп, постой так. Раз, два, три. Эль-Масалай, 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 Косимар. Дело в том, что появление еврейского хора и вообще появление индийских и еврейской части в музыке, которая, казалось бы, к иудейскому тексту, к древнеиудейскому тексту имеет не очень большое отношение с первого взгляда, оно не случайно. Мне показалось очень важным, чтобы хасиды, еврейские такие ребята, зашли на мумбайский рынок. То есть я как-то для себя придумал эту историю. На мумбайский рынок, что они заходят с песнями, вот, и начинают танцевать. И вокруг них заворачивается такой общий танец, многонациональный, абсолютно разный. И люди поют на разных языках, и все прекрасно друг друга понимают.
это все культура, которая была совершенно другая. Инструменты музыкальные, не близкие к классической симфонической музыке, но они издают такие звуки. Мы говорим о ситаре, о табла и о других как бы инструментах, которые очень близки мне по духу моей музыки. Тут и симфонизм, и этнические мелодии, и что это все это выходит из рамок понимания именно музыкального, потому что здесь не ограничивается все это только музыкой. Это именно музыка для понимания. Пока что для меня это гигантская как бы масштаб. Пока что я не вижу целиком, может быть, как продюсер Сережа и как люди, которые работают над этим дольше, чем я. Но пока что для меня я вижу, что это настолько гигантское и масштабно, что меня поражают размеры. Я вижу реализацию какого-то неспосланного материала, который вот реализуется этими людьми. Я счастлива, что это не спаслалось именно моим давним друзьям и близким людям, и отчасти попало и на меня. Это охват не эстрадного, не симфонического, не академического, не народного. Это захват вселенского масштаба. Охват всех культур, всех музык, которые вообще когда-либо существовали. Моя Индия — шахматы, прежде всего. Вот. Не знаю насчет шаманства, но что-то такое фантастическое. Что? Проиграл, пресветлый князь. Изначально, наверное, это с самого детства. Сказки, допустим, реки Тики-Тави, может быть, да? Вот тот же Маугли. Вот бежит олень. С точки зрения духовной составляющей, да, здесь, в принципе, понятно, да, то есть, наверное, Индия – это какой-то оплот спокойствия, как я себе представляю эту страну. Да, вот, наверное, если бы я там был, я не имею в виду большие города, да, какие-то города поменьше, наверное, вот там мне было бы спокойно внутренне. Для меня вот это спокойствие, оно очень важное.
изюминка вот музыкального проекта в том, что там Индия – это не страна. Индия – это сказка, которая вот у меня лично была в детстве. Потому что когда человек маленький, то он не понимает, что Шахерезада, к примеру, это Индия или не Индия. Там Маугли – это Индия или не Индия. Там, я не знаю, Старик Хоттабыч – это Индия или не Индия. Это просто сказка. И когда возникла идея музыкальная, то почему-то мне показалось, что это связано вот с теми детскими ощущениями, которые я называю Индия. И отсюда возникла идея, что в каждом человеке есть кусочек сказки. Ну, я это назвал кусочек Индии. Индия Инсайт. Вот проект, который вот сейчас реализуется. Ну что, Костыльков, ты нам можешь рассказать про Индию? Индия находится почти на самом краю земного диска. Индия находится почти на самом краю земного диска. Диска? Диска? С севера и запада Индия граничит со страной, где проживают одни плешивые люди. С севера и запада Индия граничит со страной, где проживают только одни плешивые люди. Сначала появилась мелодия, первая, вторая, третья, потом появилась музыка, потом возник диалог между мной и Геной. Когда появился разговор между разными участниками проекта, мы поняли, что медлить больше нельзя. Нам нужно действовать быстро, и мы начали записывать музыку. Подростком я учился в музыкальной школе, и это была ужасная пытка. То есть я не могу сказать, что я как бы жил в музыке. Мне казалось, что это ужасное испытание, которое можно избежать, только убежав с урока. В последнем классе музыкальной школы вот педагог, который появился, они менялись все время, потому что, видимо, от меня отказывались. Хотя я этого не помню, но я так предполагаю. Вдруг предложил мне разучивать песни Битлз. Это был 75-й год, 74-й, это мне было там 12, 13, 14 лет. И все сразу перевернулось. Мне вдруг стало это интересно. Дальше вокально-инструментальный ансамбль, танцы в школе, игра, правда, на гитаре, а потом назвать это синтезатором нехорошо, я уже не помню название, это балалайки, которая играла. И вдруг мы начали играть уже другие какие-то вещи. Там, мы позволили себе играть там Rolling Stones, там, Deep Purple. Это было ужасно с позиции исполнения, но это было приобщение. Единственное, что я не мог себе никогда представить, что когда-нибудь я окажусь в Англии на студии звукозаписи, где великие режиссеры сводят музыку, те великие, которые работали с Маккартни, с Пинк Флойдом. Maybe there was a greater sense of gentle anarchy. I'd call it in the 50s and 60s, 40s, after the Second World War. I think children, lots of us, were brought up in quite a free and safe and secure atmosphere. I think our parents had gone through a lot of hardship, and our grandparents had gone through a lot of hardship, and I think we were the beneficiaries of our parents feeling safe and secure and open and wanted to. This may be a reason. Все это уходит корнями в раннее взросление английских детей. Мне 13-14 лет умственно взрослые. И раньше считалось зазорным жить с родителями после 15-16 лет.
Муж 18 точно надо уезжать, потому что иначе всю жизнь потеряет. И вот эти вот взрослые подростки английские, собственно, стали человеческой основой для английского рока, который появлялся и формировался довольно рано. Ну, я не знаю, там от Beatles и дальше. Они все уже в 14-15 лет были самостоятельными умственными людьми, и для них никакие законы старших для них уже не существовали. Они ковали свою жизнь, свою действительность. И вот эта вся культура, она в Лондоне носится. Вся эта молодежь, они сами себе начальники. И никто не указ. Хайден Бендел – это великий британский саунд-продюсер, появление которого в нашем проекте было также не случайным. Мы долго работали над тем, чтобы привлечь его к нашим общим задачам. Не скрою, нам это было сделать непросто. Он слушал материал, он не сразу дал свое согласие, но когда появилось понимание, что он, что ему все нравится, мы смогли с ним договориться. И мы получили в проект прекрасного партнера, друга, который собрал воедино все звуки, которые мы записали, который адаптировал партитуру и который сделал тот самый удивительный лондонский саунд, к которому я хотел приблизиться с самого начала. Sitar, Nusrat Fethi Ali Khan is the first thing that comes to mind. I suppose Ravi Shankar, Nusrat Fethi Ali Khan. It's music. If you just said India, think of something, I'd think of the sounds of the music. And then I suppose, secondly, I'd just think of colours. So music and colours, the first thing. До скорой встречи, дорогие друзья! Так начался эксперимент, в котором человек должен впервые открыть дверь в космос. Когда мне пришлось посмотреть на Индию сверху, я внимательно за счет сна смотрел, как она очень характерно выглядит. Так посмотришь, особенно интересно, Северная Индия, Гималаи, с одной стороны Ганг, а здесь вот идут реки Брахмапутра и с такой дельтой, особенно на заходе солнца, эти сеть каналов переливается, как будто бы их вот кто-то специально нарыл, да, чтобы они так вот светились. А ночью Нью-Дели – это самое яркое пятно. Но почему характерно, особенно ночью? Вот эта вся долина под Гималаями, она идет север. Значит, это вся часть очень осторожающая, темная, а в долине идет жизнь. И она так просматривается светящимися городами, возделанной землей, изумрудной зеленью. Это очень характерная земля. Наша страна, Индия, это многонациональные культуры, страны с тысячелетней историей, десятки, больше сотни языков, народностей, традиций. Умение жить вместе вот таким многонациональным обществом, оно само по себе вырабатывается, конечно, очень длительно, но потом оно закладывается в генетический фонд нации, и это явно нас роднит с Индией. Thank you.
гордыш меху, асман катараху. Но когда-то мне было еще 6 лет, и недалеко от нас за углом был зал сельхозинститута. Это в Кишиневе в городе, где я родился. И вот я сбежал из дома и смотрел там фильм «Бродягу». Вот. Меня так поразила тогда Индия, что я посмотрел фильм, там был полный зал, аппарат работал в зале, а потом все ушли, а я заснул на кресле там. Меня, значит, родители искали повсюду, куда пропал ребенок маленький такой. Нашли меня спящим после фильма «Бродяга». Но это уже из области такого человеческого, что ли. Не знаю, было ли это тогда каким-то предвестником моей будущей специальности, но я ее очень люблю. Вот, и поэтому, в общем-то, большую часть своей профессиональной жизни я посвятил этой стране. Я гордыш меху, асман катараху, авараху. We have a lot of similar emotions together. We have, at the grassroots level, we connect emotionally. We also believe in family, in mother, father, brother, son, daughter, marriage. I found them to be very emotional like the Indians. They're very sentimental people, and they're connected with you with your kind of emotion. That's why our films were so popular there. Индийская музыка, она меня всегда заставляла что-то чувствовать. И то кино, которое мы смотрели в молодости или в детстве, все эти фильмы «Зита и Гита», «Бродяга» и многие другие, это все было очень наивно, но это было совсем по-другому. И та музыка, которая там играла, это все очень было гармонично в рамках вот того кино, которое мы все смотрели, и когда полные кинотеатры плакали, смеялись. Это и есть эмоция, а эмоции – это и есть музыка. First of all, thank you very much for this opportunity to participate in your very important project. You know, I mentioned that we are proud of our democracy. That's true. But we are also proud of our heritage of culture and civilization. You know, it's a long, more than 5,000 years and an unbroken civilization, even though many changes and ups and downs have taken place in our history. And throughout this history, India has been a land of diversities, of racial diversity, of language diversity, of diversity in faith. You know, every religion in the world is present in India. And our culture, our ethos teaches us to respect each other. There has never been, you know, an attempt to show the superiority of one religion over another. Because we believe that all religions are just different paths, different roads going to the same destination. Thank you.
запахи и звуки Индии остаются не такими же, когда я первый раз заканчивал свое посольское служение в 2004 году. Я постоянно задаю себе вопрос, изменилась ли страна, на землю которой я впервые ступил 43 года назад и почувствовал сразу же себя здесь как дома. People here have something which is extremely positive in this sense that when you leave and go somewhere else, when you reconnect, it's almost as if you started where you left off. So it's not as if time goes by and people here forget. They'll meet you the next day the same way as if we just met the night before. Полностью погрузился, в том числе вместе с вами, в ту самую атмосферу, которой мне так не хватало в Москве и вообще не хватает, когда я нахожусь вне Индии. Как оказалось, русский человек, проживший столько лет здесь, в Индии, тоскует по многим таким вещам, если говорить о запахах и звуках. Ну вот завораживающий дымок ароматических курений, палочки, агарбатти. Ну, манящий запах пряностей тоже. И даже иногда такая резкая нота детола. А детол – это специальный раствор, это квинтэссенция индийской санитарии, которая убивает все, помимо висок. И вдруг я понял, что даже отъезжая ненадолго из этой страны, я очень быстро по ней начинаю скучать. По этой уличной толчее, о которой вы говорили, с назойливыми автомобильными гудками и криками бродячих разносчиков. Но по этим незамысловато назойливым, наивным болливудским песенкам, которые слышны из дверей придорожных лавок и чайхан, и дуканов, по каким-то магнетическим суфийским мусульманским кавали из задумчивых таких таинственных ночью усыпальниц, дарга они называются. Одним словом, по всей будоражащей смеси специй. То, что здесь называют специи, это мирч-масала. Это где может до 40 быть специй для того, чтобы сготовить какое-то блюдо. И вот без этой мирч-масалы Индии, для тех, кто хоть раз побывал в Индии, все в мире остальное покажется пресным. This was the first time we recorded and worked with Russian people. It was a great experience. First of all,
in most of the projects which come from outside, what happens is they come here and they choose an arranger from India, where they ask us that, okay, these are the instruments we want you to use in this. Use it your way. So most of the times we end up recording the same thing what we record for the Bollywood projects. Когда я придумал несколько мелодий, если бы кто-то мне рассказал про то, чем все закончится, я бы очень душевно посмеялся, потому что представить, что симфонический оркестр на Мосфильме будет записывать эту музыку, затем появится Индия, где будет заменена партитура, и где появятся совершенно фантастические музыканты из сказочной страны. This was a different experience where you guys had come with one particular kind of produced music. The orchestra was recorded, it was fabulous. And there were some reference music played for particular instruments, like for sarod, flute, sarangi, all these Indian instruments. And it had a different sound to it because it wasn't there in the mind of the music producer that this instrument is played like this. So there was a different sound to it which was really very interesting. Also for us to record and also for the musicians to play that, it was a great experience. Miss? Как долго надо интро? Он должен слушать себя. Абсолютно. Just listen to your heart. Yes. Вдруг неожиданно стали общаться на языке, который невозможно определить какой-то государственной принадлежностью. То есть это как бы даже и не английский, и не хинди, и не русский, и не иврит. Вот, это какой-то абсолютный язык какого-то тотального взаимопонимания. То есть, когда мы зашли на эту территорию, просто открыли сразу все двери. Как-то вдруг представилось, что было бы здорово посадить джазового барабанщика на улице Мумбаи, и чтобы он аккомпанировал. Там основным музыкальным инструментом будут являться только барабаны и джина. То есть все остальное, как бы, это улица. То есть он завязывает себе глаза и слушает только улицу. Он должен представить себе, что это люди будут. Он должен услышать контрабас, он должен услышать что-то другое в шуме улицы. Причем нужно начинать именно с меня. Okay. То есть я хочу, чтобы получился абсолютно очень авангардный трек. Мадлав? Авангард. Авангардный трек. Ну как-то так все рассказал, он все понимает. Дубль 2, барабанные саблы. Understand a culture.
Now, it's an interesting point where you suddenly start finding a lot of cultures getting mixed up. So whether that's good or not, I don't know. But you have to be careful within this to try and retain your identity, yet be open to fusion. Fusion shouldn't become confusion. Складываемся в какую-то единую цельную картину. И больше того, она так, это так и задумано. Вот, может быть, это избитое сравнение с пазл, да, но тем не менее это так, что вот надо очень точно подогнать эти отдельные частички, и тогда они сложатся в единую картину. И вот мы должны найти свое это место в этой картине. И в конечном итоге все человечество – это некий один такой большой организм, большой человек. Ну, собственно говоря, вот как он был создан изначально в виде одного человека, Адама, вот он должен вернуться к этому единству. Мы просто пытаемся объединить что-то во имя высшей цели, а все проблемы, которые сегодня существуют в мире, в том числе как бы и политические, и вот эта напряженность, эти какие-то военные события, которые происходят в разных точках, это все, я надеюсь, пройдет и останется то, что запомнится. अपने कदमों के निशान गिनते गिनते दिल की धड़कनों को सुनते सुनते देखा हमने लोगों को देखा हमने लोगों को गिरते और संभलते क्या मिला किसी को इस दुनिया में जो मिला तुझे मिला अपने में झूठ की माया से नाता तोड़ सच के दामन से तू खुद को जोड़ मेरा हिंदुस्तान तुझ पे दिल कुर्बान